6. Да ладно. Да? Ну да, 5-6. Я тоже думаю, что я умею плавать. Вот, а простите, так, пожалуйста, можно я скажу, что да, вы у Бахтиярова правая рука, фактически? Почему я? Вот Олег Георгиевич Бахтияров, это научный руководитель, соратник и учитель, да, Виктории, вот, которая, вот, собственно... Такой реклама, но... Извините. Да. Ну, здесь я, конечно, и по этим целям, и по другим, у меня есть личные цели. Ну, в общем, да, как бы я давно не занималась, мне нужно прийти в какую-то форму себя привести, и я, ну, уверена, что получится за счет нашей работы совместно. Всем здрасте. Да. Когда я сюда ехала, я, честно говоря, не знала, что здесь будет. Вот. Для меня вот это все погода, слова, так интересно. Вот. Я же встретила людей, которые уже занимаются, плавают, бегают, ездят на великах, и им это чудо нужно. Это здорово. Вот. У меня, конечно, не было таких, как бы, глобальных задач, да, чтобы, ну, как бы, вот, подготовиться к соревнованиям. Там. У меня были скромные задачи. Вернуться к плаванию, вот, снова вернуть внимание на технику и, собственно, продолжить это в бассейне. Конечно, я здесь очень много чего узнала нового про себя. И про себя, и про свою технику. Забуду какие-то дальше нюансы, и, в общем, я надеюсь, что мы встретимся в следующий раз. Ну, насчет моего не знаю, но будьте спасибо, Вик, большое, спасибо.